как еще можно относиться к тому, что происходит вокруг, если не с чувством юмора? В этом есть ирония над самим собой, ирония над человечеством, ирония над ситуациями, которые происходят вокруг нас, и над теми людьми, которые нас окружают. Поэтому это все-таки фарс. В этой ситуации все серьезно, но все театр. Сейчас происходит важный этап репетиционного процесса. Этот этап называется примерка костюмов. И в плане костюмов у меня было абсолютно сразу свое видение. В первую очередь я отталкивался от видения режиссера. Задал ему много вопросов. Мне понравилось, как играют актеры, как они вживаются в роль. И после этого сошелся пазл. Я увидел каждого героя, я его представил и я отрисовал. От лица всей моей команды я приглашаю вас в театр мимики и жестов.